есть ложь, которую успокаивают себя все пилоты. Смерть — это то, что бывает с другими. Что за люди занимаются этим делом? Каждый год двое из нас погибают. Джеймс — безбашенный гонщик. Ники — гений по части машин. Я знаю, всегда есть 20% того, что я могу погибнуть. Гонять на скорости 270 км в час — это бомба на колесах. Я быстрее вас всех. Давай проверим. Я отвечаю за то, что произошло. Да. Но ты отвечаешь и за то, что видит твои победы. Я решил снова сесть за руль. Я чемпион мира. И скоро стану им еще раз. Я сделаю его. Даю слово. Такая жизнь прекрасна. И только так можно ездить. Чем ближе к смерти, тем острее чувствуешь жизнь.